Рабочая победа для нас. Не просто матч складывался, но отработали. Выиграли. Вопросы? Илья Петрович, первый период показалось, что ребятам тяжеловато играть. Это из-за того, что день игры был примерно тяжелый, да? Как, что больше повлияло? Ну, много факторов было, что тяжеловато было, но ребята потом собрались и вытащили. Кунь-Лунь дома играет довольно успешно и у многих команд отбирает очки. За счет чего команда дома играет лучше, чем на выезде, как мне кажется? За счет чего Кунь-Лунь играет? Ну, да, вот по сравнению условно с матчем в Ледовом, что сегодня было по-другому, почему тяжелее там сложился матч? Ну, они грамотно играли от обороны, и вратарь сделал очень хороший сейв, но это нас не сломило. По фигуре вратаря не могу не спросить, Хельберг играл в прошлом году за Кунь-Лунь. Это имело какое-то значение при выборе его на сегодняшний матч? Отчасти, да, но там еще пару моментов было, почему Магнус игрался.